Президент Владимир Путин поручил регионам к 15 мая довести до всех медработников апрельские надбавки. Стимулирующие выплаты положены медицинским сотрудникам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусом и лицам из группы риска. В Ульяновской области медики получили надбавки за март и апрель согласно отработанному графику. Средства на стимулирующие выплаты выделены в размере 163 миллионов рублей, 99 из которых – федеральные средства, 64 – областные. За март и за апрель выплаты были произведены сотрудникам, доведены до учреждений и перечислены непосредственно сотрудникам. Это 3000 человек получили выплаты за март, 5000 человек получили выплаты за апрель месяц. Сумма выплат разная для каждого специалиста и рассчитывается, исходя из фактически отработанного времени. Выплаты просчитываются комиссиями, в которые входят заведующие отделениями, старшие медсестры и экономический финансовый блок. Выплату за апрель медики получили 6 мая. Врачи центральной медико-санитарной части отмечают юридическую нестыковку, которая выяснилась изначально. Дело в том, что статус ковидного госпиталя учреждение получило 1 мая, а фактически первых пациентов с COVID-19 в терапевтическом отделении больницы начали принимать с 14 апреля. С 29 числа здесь работал инфекционный госпиталь. На сегодняшний день вопрос улажен, и сотрудникам выплатили все надбавки. Но этот вопрос поднимался уже перед администрацией Министерства здравоохранения Ульяновской области. Было принято консенсусное решение, согласно которому все эти часы пропорциональная оплата была произведена за апрель. В областном Минздраве уверяют, выплаты за май также поступят в срок. Анна Тищенко, Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.